Выставка «На земле Куркытта» ногайского художника из Дагестана Алибека Кайлакаева прошла в Казахстане. Художник-график пользуется большой популярностью у ценителей искусства. Его экспозицию уже увидели во многих городах Северного Кавказа и России. Алибек Кайлакаев пробовал себя в живописи, резьбе по дереву, рисовании хной и углем, но достиг творческих успехов именно в графике. На выставке представлены картины, завораживающие своей красотой и смыслом. Большинство работ написаны в стиле исторической графики. Героизм, патриотизм, отвага – источники вдохновения художника. Побольше приглашайте художников, мы будем приезжать, знакомиться. Для меня очень важно, чтобы казахский народ знал о ногайцах многое. Мы родственные народы, как говорится, как двоюродные братья. Передаю всем казахам большой-большой салам.